Всем привет, с вами Оксана, город Ангарск, Иркутской области. Сегодня у нас 20 июля 2024 года. Вчера я в помидорах, которые имеют ограниченный рост, то есть растут от метра до полутора метров, я убрала все листья практически, оставила только вот на макушечках. Помидорки вот так созревают. У тех, которые индетерминантные, то есть без ограничения роста, я также внизу убрала листики. И они тоже созревают. Вот черри. У крупноплодных я внизу тоже убрала все листики. Вверху немного оставила. Расти дальше. Здесь то же самое. И вот здесь погуще, потому что это попозже с пасынков были саженцы. Здесь листьев еще пока оставляю побольше. Но внизу, где первая кисть, я тоже убрала. Арбузики висят. Арбузики мы подвязываем в такие сеточки. И подписываем, когда будем снимать. Все, всем пока!